Полмиллиона долларов США. Примерно в эту сумму оценивают рязанские власти сумму заключенных контрактов в Баку. Да, немного, но для первого раза вполне прилично. Официальное открытие рязанского шоурума, на котором было представлено более 500 наименований продукции от 57 местных производителей, состоялось 15 сентября в Баку. Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией очень динамично развиваются. Это сказывается и в увеличении товарооборота, экспортных и импортных операций, конечно же. Очень важная часть этого диалога – это развитие межрегиональных отношений и сегодняшние мероприятия, связанные с бизнес-миссией, с шоурумом предпринимателей из Рязанской области, являются очень хорошим как раз показателем. Шоурум в Баку уже шестой по счету. Активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках началась еще в сентябре прошлого года. В этих поездках приняли участие более 80 экспортно-ориентированных компаний области. Они заключили договоры на сумму более миллиарда рублей и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению и Киргизию. Начались поставки мягкой кровли и аксессуаров к ней, канцелярских товаров, светильников, медицинских приборов, стекла и сети материалов рязанского производства. Нас уже знают в Азербайджане, потому что мы уже поставляем свою продукцию сюда, и в Баку, и в другие регионы Азербайджана. Если мы сравним товарооборот между Рязанской областью и Азербайджаном за последние 5 лет, то он вырос в 2 раза. Я уверен, что только начало, есть хорошая динамика, но с такой целенаправленной системной работой мы сможем его увеличить гораздо еще более динамично буквально в ближайшие годы. Самое главное, что потребность бизнес-миссии в Азербайджане открытия здесь шоурума — это была инициатива нашего рязанского бизнеса, которые сами проявили это желание, потому что у них в последнее время все больше таких позитивных связей с местным бизнесом. В первый же день работы шоурума, кстати, между рязанскими и бакинскими предпринимателями, был достигнут ряд предварительных договоренностей, например, о строительстве нового корпуса Центрального таможенного госпиталя, а также о поставке медицинских аксессуаров, пробной партии стекла и алюминиевых реек для монтажа кровли. Шоурум продукции рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября.